блеск. Герои которых мы знаем и любим с детства. Чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов. Простое знакомство – раз. Любовная интрига – два. Знакомство со взломом – три. Обман – четыре. Деньги – пять. Жуть! Ироничные цитаты, которые бодрят нас и сегодня. Заседание продолжается. Незабываемые музыкальные номера с особенным настроением на все времена. С 5 августа, с понедельника по четверг в 14:30 смотрите в эфире ННТВ комедию режиссера Марка Захарова «12 стульев». Эпическое. Это монументальное полотно